Ну что? Напоминаю, что это Rattle Pro Fight, ребята, которые организуют стрелку в Казани. А еще они занимаются профессиональной индустрией бокса, тренируют крепких ребят, ищут молодых талантов и занимаются всем, чтобы люди не дряхлели и были сильными и крепкими. Поэтому этот турнир проведен вместе с ними, благодаря им. И двигаемся дальше. Поехали, это кикер. Он рубанул старика на прошлом турнире. Старик еле очнулся, уехал домой на скорой помощи, а кикер остался здесь. На. Всем привет. Я здесь уже второй раз, третий бой. Надеюсь закончить, как закончил с предыдущим соперником. Со стариком, то есть? Да не, ему 24 будет. Но выглядел постарее. Да я молод. Хорошо, ладно. Сколько тебе лет? 18. Хорошо. Работаешь? Учусь. Где? На тракториста. Тракторист? Да. На трактористе больше идет, чем кикер, реально. Какой трактор самый модный? Давай. Т-25. Т-25? Это Т-25, тракторист, поехали. А слева от него парень Бонни и Клайд, он хотел, но нежно, конечно. Давай, что-нибудь придумай по эффекту. Меня зовут Никита, я из города Казань. Пришел первый раз. Сопернику хочу пожелать хорошего боя, без травм. Ты долетаешь, на чем ты ездишь? Что у тебя в технике, в арсенале? Ну, оказывается, велосипеды. Просто без прозвища? Ну давай. Ну все, тогда поехали. Че, не будем тянуть? На, братан, держи. Тебе. Парни на середину. Домашний театр, ты подарок. Итак, боковых судей нет. Есть только вы и ваше стремление к победе. Покажите красивый честный бой. Руки пожали. И по углам. Готов? Готов? Бой, поехали! И сразу с разменом начинают бойцы. Ух, какой удар! Давай, красава! Третья пара может сразу одеваться уже, парни. Руки подними. Давай еще, Ваня, работай. Никит, ручки выше. Не зажимайся. Ваня первым номером. Двойку, двойку. Давай поаплодируем, ребята, хороший зверский бой. Давайте отметим держалку бойца в серой футболке. Сколько он пропускает, но все равно идет вперед. Зверь просто. Ваня, работай, работай. Уже, уже ручки, уже, Никит. Вот, вот, еще раз. Еще в челюгу дай. Не надо луки. Руки. Харис, зверь. Руки. Проход. Добавляй голову. Проход. Красава. Стоп, стоп. Зверь просто. Давай его поставим с ветеринаром. Только. Ветеринар, одевайся, давай. А ты сок вещи? Посмотри. Вот, твой вариант, давай. Завтра будешь? Будешь. Ладно, давай. Где накидывали призовых еще. Ну что, Вова скажет пару слов, пока мы починим немножко одного из бойцов. Да, друзья, ну вы видели сами, я думаю, здесь слова излишни. Просто трактором прошелся. И давайте аплодисменты, пока доктор оказывает медицинскую помощь. Мы до объявления судейского решения послушаем победителя сразу. Отличный бой, тебе слово. Сезон открыт на охоту. Все. Следующий соперник, ветеринар. Ветеринар, не хочешь прямо сейчас подраться? Подкинем тебе сверхбонус. Или устал? Ну, через 3-4 пары, да. Давай, все, ветеринар, иди сюда. Ветеринар, иди сюда, представься, куда ты убежал, иди. Люди даже тебя увидят. Давай, иди сюда. Слушай, это отличное достижение. Будет две победы за один турнир. Пенгарил, восстанавливайся. Друзья, не расходимся, зрелищный бой. Еще один не за горами. Ну, а Слава готов объявить победителя, поднять руку. Все, уходит или что? Не-не, сейчас. Да. Давайте. Ну давай, пойдите, объявим, потом толкнем речь. Давай. Парни, давайте. У любого боя есть свои правила. Все видели. Яркий поединок. Все сражались. И вот она победа! Руки пожали! Так, парни. Иди сюда. Иди, не убегай, иди сюда, подожди. Ладно. Итак, через 3-4 боя проведем бой между этими двумя парнями. Это ветеринар, он занимается профессионально с собаками. Ну а тракториста вы уже видели, просто убийца. Тебе сверхпризовой будет за участие. Отличный крас, для вас это лучшая реклама вашего боя. Давай, толкни речь. Ребят, всем привет. Все меня, наверное, уже знаете. Кто не знает, все напомню о себе. Сам я по себе кинолог, занимаюсь дрессировкой собак, немножко занимаюсь боксом. Свободное время. Два боя я уже здесь провел, это будет мой третий бой. Вот, нашелся достойный оппонент. Оппоненту главное без трав. Будь здоров. Там увидимся. Все, парни, удачи. Идите, одевайтесь, грейтесь, отдыхайте, восстанавливайтесь. А мы переходим к следующему городовому бою. Поехали. Следующая пара. Залезайте, ребят.